Приветствую вас, на связи Вячеслав Опилкин, и в этом видео я вам хочу показать, что вы получите после покупки комплекта Арсенал онлайн бизнесмена. Итак, после того как вы выберете какой-то определенный пакет, который захотите купить, таких пакетов у меня предоставлено 3, то есть вот они все представлены. Прочитайте, ознакомитесь, посмотрите, какой для вас больше всего подходит, нажимаете на кнопочку «Оформить заказ». Заполняете все свои данные, нажимаете кнопочку «Заказать» и вас после этого перенаправляют на форму оплаты. После того, как вы произведете оплату, вам придет письмо на почту с подробным описанием дальнейших ваших действий. То есть вам нужно будет перейти по ссылке и попасть на главную страницу обучающего портала Вячеслава Опилкина. Так вот он выглядит. Все, после этого нажимаете на вкладочку «Регистрация» и заполняете свои данные. Имя, имейл. Придумывайте какой-нибудь логин, но лучше латинскими буквами. И придумывайте пароль. Но лучше сделать где-нибудь 6-8 символов. Тоже латинские буквы, цифры, ну какие-нибудь, может быть, знаки дополнительные. Вот. И также в письме придет код активации. Этот код нужно будет вставить сюда и активировать уже ваш пакет. Все, после этого вы нажимаете кнопочку «Зарегистрироваться» и отправляетесь на главную страницу моего обучающего портала. Вот, после этого вы попадаете вот на такую страничку. Здесь небольшая обучающая информация. Прочитайте. И, то есть, любые вопросы вы можете перейти по ссылочке, задать их мне прямо сюда. То есть, вот такая открывается форма. Либо в Telegram, ВКонтакте, Facebook, либо отправить запрос в мой центр поддержки. Здесь вам открываются вот такие вот 3 папки. То есть, Арсенал онлайн бизнесмена, который вы купили именно. База подписчиков, это еще один мой продукт. Можете, в принципе, зайти и тоже приобрести его. И папочка «Партнерская программа». Вот, нас интересует папка «Арсенал онлайн бизнесмена». Переходим в нее. Все. Здесь у нас будут находиться все наши уроки нашего курса. Вы в любое время можете зайти на обучающий портал, открыть любую из этих папочек и продолжить обучение. То есть в любое время здесь всегда все материалы будут в актуальном состоянии. Всю информацию я буду обновлять, и вы всегда будете получать актуальную и свежую информацию по этому продукту. Итак, давайте рассмотрим первую папочку. Настройка хостинга и домена. Все, если у вас еще нет своего хостинга и домена, здесь я предлагаю вам просмотреть видеоурок подробный и зарегистрировать свой хостинг и купить доменное имя. То есть есть видео инструкция. И также я приложил еще текстовую инструкцию с подробными ссылками, что вам нужно делать. То есть все подробное здесь есть. Если у вас что-то, какие-то возникли вопросы, пишите сюда и в комментариях. И в течение 24 часов я вам обязательно на ваш вопрос отвечу. Все, прошли урок, нажали вот такую вот кнопочку, то есть все, он пройден. Нажимаем следующий урок. Все, здесь мы попадаем в урок установка и настройка плагина InstaBuilder. Это плагин, на котором вы будете создавать свои подписные страницы, продающие страницы, то есть все что угодно можно на этом плагине делать. Отличный плагин, сейчас могу вам показать его внутреннюю часть. То есть устанавливается он на WordPress, и в предыдущем уроке вы это все проделаете. Установите блок на WordPress и потом поставите вот этот плагин. То есть здесь можно посмотреть все ваши страницы, статистику по страницам. И то есть в любое время можно будет, например, открыть какую-то любую страницу. Например, вот такая у вас будет подписная страница. Открываете ее, нажимаете. Здесь что-то редактируете уже, но это все будет подробно описано в видеоуроках, как все это настраивать и делать. То есть информацию можно будет любую подредактировать и без всяких проблем сохранить и поменять на вашу. Все, вот такой вот будет конструктор у вас сайтов. Все, возвращаемся. Здесь будет подробная инструкция по его установке. Сам плагин можно скачать с Google Диск, с облака Mail. Скачать шаблон страницы, подписной страницы. И уже здесь вот у меня есть еще плагин для WordPress, на котором мой блог тоже работает, очень хорошая тема для WordPress, можете ее поставить и пользоваться, то есть бесплатно. Вот, а также я приложил файлик, в котором можно посмотреть, какие основные плагины должны стоять на WordPress. Все, их можно бесплатно скачать, установить себе и пользоваться уже своим блогом без каких-либо проблем. Когда вы прошли этот урок, также нажимаете и нажимаете следующий урок. Все, переходим к следующему уроку. В этом уроке мы настраиваем автора ссылку на JustClick. То есть я сам работаю на этом сервисе, и поэтому решил как бы показать всю видеоинструкцию, записать именно на JustClick.
То есть здесь вот ссылочка для регистрации. Регистрация в моей партнерской программе, то есть она вам понадобится для того, чтобы потом заменить ссылочки свои, поставить уже в письмах. И здесь вот можно открывать уже файл с автоматической серией писем, который можно будет загрузить уже в вашу рассылку. Здесь вот все подробные письма. Все выделено цветом, то есть можно, в принципе, уже будет просто поменять свою ссылочку и загрузить все эти письма на сервис JustClick. Если вы пользуетесь каким-то своим сервисом, то есть без проблем, открыли вот этот файл, взяли все письма готовые, поменяли ссылки, поставили, и все у вас будет нормально работать. Все. Также я здесь еще приложил две ссылочки на альтернативные сервисы, это SendPulse и SpoonPay. В принципе, тоже хорошие сервисы, можно ими пользоваться, то есть перейдете по этим ссылкам. Все видеоуроки у них есть на самом сервисе, то есть можно посмотреть будет и без проблем настроить. Все, после того, как прошли, нажимаем сюда и следующий урок. В этом уроке мы рассмотрим, как настроить автора ссылку ВКонтакте. То есть здесь я подготовил видеоурок подробный, как все это сделать. Есть инструкция по созданию группы ВКонтакте, то есть также файловый документ, где есть все письма для сообщений, которые нужно будет поставить уже именно в рассылку ВКонтакте. То есть также здесь есть ссылочки на сервис Gamayun, которым я пользуюсь сам. Инструкция по настройке сервиса Gamayun уже именно от них самих. И также сервис Sendler. Я тоже им пользуюсь и могу вам порекомендовать его. Все, после того, как вы все это сделали, настроили авторассылку, все, нажимаем пройден, и нажимаем следующий урок. В этом уроке мы будем настраивать авторассылку в Facebook. То есть также здесь есть вся инструкция, видеоинструкция, как создать страницу Facebook, есть подробная инструкция. Вот ссылка на сервис, на котором мы будем делать именно рассылку в Facebook. И также тексты сообщений, которые можно будет ставить в мессенджер Facebook. То есть также здесь со всеми картиночками, всеми подробными инструкциями, все здесь вы найдете в этом файлике. Также я приложил ссылочку на мою страницу Facebook, можно будет зайти посмотреть, как она оформлена, и сделать по аналогии, как это сделано у меня, например. Это уже на ваше усмотрение. Все, и нажимаем следующий урок. В этом уроке я записал подробные инструкции, приложил даже несколько тренингов уже готовых, которые вам помогут уже привлекать именно подписчиков на вашу подписную страницу. То есть здесь очень много материалов, и эти материалы я буду, в принципе, пополнять постоянно, то есть добавлять что-то новое. И здесь очень много инструкций, которые вам помогут как бесплатно привлекать подписчиков, так и масштабировать уже с полученной прибыли, вкладывать деньги, платные способы привлечения и, то есть, получать намного быстрее эффект от вашей рекламы. То есть этот раздел очень полезный, то есть он вам пригодится для привлечения трафика. То есть здесь можно тоже поставить галочку, нажимаем следующий урок. Также здесь будут рекламные материалы, то есть здесь будут письма для рекламы в рассылке, либо рекламы также через ВКонтакте, Facebook, то есть здесь неважно, можно в любой сервис поставить это письмо и отправить своим подписчикам. Баннеры приложил, то есть их можно будет скачать отдельным файликом, то есть все открывается. Вот такие вот готовые материалы, баннеры, то есть я все здесь разместил, сделаны в формате PSD, GIF, JPEG и PNG. То есть можно открыть в Photoshop любой этот файл, немножко там подправить, как-то может быть переделать дизайн, и у вас уже будут какие-то свои уникальные рекламные материалы, которые вы можете уже разместить где-то на сайтах, на блогах, то есть также ВКонтакте, где-то в Фейсбуке, в Телеграм, Инстаграм, то есть везде, где только сможете, можно будет разместить эти баннеры и получать уже клиентов и подписчиков. Все, возвращаемся. И также я здесь приложил для рекламный пост, который можно будет уже именно в социальных сетях, он хорошо работает. То есть здесь есть картинка и текст, вы можете его готовый поставить, ссылочку поставите свою, и все уже по этому промо-посту либо будете бесплатно привлекать, либо уже будете запускать таргетированную рекламу и показывать этот промо-пост заинтересованным людям. Все, этот урок можно отметить как пройденный. Нажимаю следующий урок. Этот раздел у меня уже является для VIP-клиентов. Это те клиенты, которые купили тариф продвинутый и под ключ. То есть в этом тарифе доступа в этот раздел нет. Здесь будет дополнительно две страницы, которая страница после подписки будет, и страница с полезными сервисами, которые вы можете уже будете сами отредактировать и поставить свои ссылки. То есть давайте перейду на эту страничку. Вот такая страница у нас получается с полезными сервисами. И вот здесь вот уже вы можете зайти и поставить, например, свои партнерские ссылки, чтобы здесь уже люди, переходящие на эти сервисы, могли регистрироваться под вами.
То есть вы переходите, регистрируете в сервис, получаете партнерскую ссылку. Ну, здесь, конечно, не на всех сервисах есть партнерские программы, но в основном партнерские программы есть. То есть можно будет поставить уже свою партнерскую ссылку. И любой вот этот сервис, то есть уже будет приносить вам тоже доход. Все наши уроки пройдены. И на выходе у вас уже получается готовая система получения подписчиков, клиентов. Ну и, конечно же, хорошей прибыли. Итак, давайте вернемся к выбору пакетов. Конечно, я советую вам покупать популярный пакет. То есть здесь намного больше возможностей для заработка. Таких всего будет 30 продано комплектов. Ну, так что советую вам не тянуть, оформлять заказ, нажимать на эту кнопочку. Если вы затрудняете своих технических возможностей, то можно заказать пакет под ключ. То есть здесь я предоставляю вам полную техническую настройку, также мое личное консультирование по скайпу. И здесь вы уже, в принципе, получаете мою личную поддержку. Я вас довожу до результатов, как говорится. То есть показываю, как вам нужно делать, что нужно делать, как правильно все это сделать. То есть здесь вы уже идете под моим чутким руководством. Все делайте правильно, то есть и, думаю, проблем у вас уже не будет. Ну а если вы готовы пройти весь этот путь самостоятельно, в принципе, это очень хорошее решение, то есть можно оформить заказ за 1490 рублей. Также, если вам не нужно это сообщество, например, можно оформить заказ за 990 рублей. Здесь уже у вас не будет возможности получить страницу с полезными сервисами, с возможностью замены ссылок на свои и страницу после подписки на рассылку. Ну, а также доступ к сообществу EasyBeasy. Поэтому выбирайте свой пакет, нажимайте кнопочку «Оформить заказ», заполняйте все данные и переходите на страницу формы оплаты, оплачивайте пакет, и я жду вас в уроках моего курса. На связи был Вячеслав Попилкин. Жду вас с нетерпением в моем обучающем портале, где мы сможем сделать с вами хорошую выручку, получить много подписчиков, клиентов, и вы сможете построить свой интернет-бизнес на всем готовом и под чутким моим руководством. На этом я с вами прощаюсь. Жду вас с нетерпением.